Раз-два, друзья, всем привет! С вами Зомби, и сегодня выходит, скажем так, очередная временная локация под названием «Звездная вершина». На локации, чтобы пройти локацию, у нас есть 8 дней. Так, восхождение на звездную вершину начинается. Отправляйтесь в северные земли и пройдите испытание город. Ищите кристаллы и верните хрустальной звезде Белое Величие. У меня, короче, 8 дней есть, чтобы исследовать локации. Итак, погнали. Так. Сюжетку я вам показывать не буду. Буду пропускать побыстрее. Если что, сами читайте все. Вот. Попытаюсь пройти, конечно, все сразу. Энергии вроде насобирал нормальное количество. Локация, как видим, не очень то и большая. Просто, возможно, там будут очень, как бы, много энергии потребуется, чтобы пройти. Ладно, вот ценности будем сразу открывать по мере прохождения. Итак, суть прохождения в том, чтобы потратить минимум энергии. То есть я буду сейчас вырубать только то, что нужно мне. Вот смотрите, этих два я не буду рубить. Вырублю этот куст. И вот этот, значит, тогда. Все равно нужно этот срубить. Ну ладно. Так, что там по заданию? Тут также задание. Найдите северное поселение. Оно находится там. Но я его уже нашел почти. Так, ну ладно, идем дальше тогда. 70. Ну, этот камень рубить не буду, лучше вот маленьких порублю. Это по ресурсам более, как бы, эффективнее будет. Окей. Кусты, кусты, кусты. Жаль, что они нам не особо сейчас нужны. Так, ладно. Сюжетку пропускаю. Не знаю. Так. Ну, это типа странник, ладно. Давайте сразу обменяем ему все. Пусть идет. Кукуруза нужно, да? Блин, у меня не хватает 2. Ну ладно. Получить. Так, ламы. Я так понял. Найти нужно 3 ламы. Блин. Немножко приболел, но ладно. Так, ценности сразу все открываем, чтобы не возвращаться к ним. И да, прожимаем на объекты, на дома. Что тут? Свитеры нужно делать. Теплая одежда, слам. Блин, как-то. То есть мне этих лам убить нужно или что? Чтобы одежду с них получить или как? Специальные предложения. Хорошая штука, но, пожалуй, не откажусь. Денег на игру что-то неохота тратить. Да. Так, ну нужно сейчас камни разбить. Так, одну ламу нашел. Что теперь с ней сделать надо? Мне интересно просто. Привет к ламе, говорит. А она ответит ему. А, она дает шерсть и уходит. То есть, подстричь ее. Окей. Так, окей, что-то мне дальше нужно. Еще 2 ламы, где они находятся. Будем проверять, где ламы находятся, чтобы... Скорее всего, нам нужно сюда будет спуститься. Блин, ну уже вижу, что по энергии затратно будет проходить эту локацию. Может даже мне... Хотя, думаю, 10 тысяч мне спокойно хватит. Но, в принципе, в этом я не уверен. Так, там можно пройти? Думаю, нельзя, так что будем низом снизу продвигаться. Блин, затратно по энергии, я вам скажу. Окей, давайте откроем эту ламу. Я не знаю, пишите в комментариях, как вам такие видосы. Лучше, чтобы я делал на ускорении с музыкой или объяснял, как я прохожу. Вот напишите в комментариях,
как вам сойдет такое или нет. Так, а где следующая лама? Тоже можно посмотреть. Следующая лама дальше. Ну, окей. Тогда сюда двигаться мы не будем. Я думаю, не стоит. Хотя, возможно, потом нужно будет нам туда двигаться. Но пока что я туда двигаться не имею желания. Да. Стараюсь сохранить максимум энергии. Окей. Открываем последнюю ламу. Так, дальше нам нужно что? Сделать теплую одежду. А по времени она будет 10 минут. Окей, 3. Ладно. Давайте. Одежда есть. Сейчас пропускаем. О, шапка. Так, что дальше нужно сделать? Получаем. Подарочек какой-то дали. Все подарки, все, что получим, откроем в конце. Найдите подъем наверх. Так, подъем там. Но я так понял. Там я не смогу пройти, да? Я более чем уверен, что я тут не смогу пройти. Поэтому мне нужно аж сюда опять возвращаться. Это по энергии уже затратно получается, очень даже. Так что я не уверен, что мне вот десятку хватит, 10 тысяч хватит на все прохождение. Но думаю, должно хватить. Так что посмотрим сейчас. Блин, вот все эти кусты ненужные. Окей. Динамит. Динамит. Пожалуй, пока что не нужно. Изумруды оставим, если будут задания, что-то сделать, и там нужно будет ждать какое-то время. А пока что мы их не будем тратить. Так, кусты эти вырубаем, так как мне корм для свиней нужен, а уже не с чего его делать, поэтому эти будем рубить. Но все-таки я не хочу ничего больше рубить, чем нужно, чтобы продвинуться дальше. Блин, на самом деле вот эту фигню я не хотел бы рубить, я ее минул бы, но придется тогда. Потому что там больше ресурсов нужно будет. Ладно, теперь куст. Кусты срубим. Кусты мне то пригодятся, а металл мне не нужен вообще. Так, я так понял, туда двигаться нельзя. Угу. Тогда будем двигаться дальше. Уже 1000 энергии, как бы, 1000 энергии ушла. Мы вроде по карте немного продвинулись. Скажем так, четвертую часть может прошли, может нет. Я знаю, что самый сок там будет под конец. Блин, вот приходится все кусты рубить, чтобы пройти дальше. Что за бред? Так, ладно. Так, подъем. Нужно ворота открыть. Да, я так понял. Так, у нас тут очередной торговец. Ага. Специальное предложение на 30 секунд? Серьезно? Так, ну, то, что предложение на 30 секунд, это они круто сделали. А, но еще на день продлили мне, да? Я не успел купить, они хотят, чтобы я его все-таки купил. Ну ладно, а торговец, шерсть нужна торговцу. Вот. Давайте все отдадим, пусть забирает. Может, сейчас энергии даст нам. Три эти. Что? А что это такое? Без понятия пока что. Может, узнаем позже. Ну, открывайся ты уже. Так, протапаем эти. Вроде ничего не дают.
Так. Это колодец. 2 часа по одной воде дает. Так, а где этот спуск находится? А, он аж у конца. Тогда мне придется вот сюда двигаться. Я так думаю. Так, ну тот камень не хотелось бы рубить. Давайте обойдем его. Так как камня у меня там уже просто много-много-много тысяч, да. Там около 50, может даже до 100 уже дошел. Блин, ну началось вот. Началось, энергию требовать просто. Жесть. Вот волк еще. Чтобы волка убить, нужно еще энергии сколько? 10. 20. 30. 40. Ну, 60 энергии потратил, чтобы волка убить. Так, немного, но все-таки. Сейчас очень много энергии нужно, чтобы проходить вот дальше. Так, ну окей. Скажем так, я уже третью часть прошел, я так думаю. А, окей. Я ж подъем нашел. Так. Пышки, клей. Клей мне нужен. Но, блин, придется купить. Да, я тогда клей куплю. Можно найти на локации звездные вершины. Где их найти? Вот здесь где-то. Вот. Сюда. Вон там они. И там. Окей. То есть тут еще нужна энергия, чтобы их на... до их добраться. И так чувствую, не очень-то и мало энергии. Да. Так, у меня уже ушло 2000 энергии. Да, прошел я только третью часть. Окей, давайте тут теперь к этим доберемся. Очень много энергии нужно, чтобы просто добраться до каких-то болтов или что там. Окей, ладно. Ну, чем дальше играем, тем больше энергии нужно на следующей локации, так что... На это жаловаться не нужно. Блин, еще 4 клея, серьезно? Я его уже не смогу купить, поэтому сейчас пойду делать. Клей уже сделал, так что идем дальше. Строим. Поднимаемся. Давайте переключим этот режим, чтобы не пропустить каких-то ценностей. Ладно, получаем. Задание. Найдите подъем наверх. Следующий. Блин, но я сомневаюсь, что следующий подъем будет тут. Там, скорее всего, какие-то ворота. Следующий подъем будет где-то аж вот. Ну, сейчас посмотрим. Блин, по энергии это уже затратно получается. Очень даже. Особенно эти бревна, которые тут лежат. Заброшенная палатка какая-то. Ветер усиливается. Нужно что, палатку починить? Нет. Сейчас туда починим. Найдите котелок. Разрешите костер. Котелок. Котелок аж там. Так что... А, ее нужно почистить для начала.
На это 100 энергии нужно. Потом построить 4 клея. Блин, с клеем у меня вообще проблемы, так что вот из-за этого придется ждать. Тогда в будущем буду клеем больше делать. Давайте пока... Блин, как затратно по энергии. Ну, думаю, тут по дорожке двигаться стоит, чтобы потратить минимум ресурсов. Так, я так понял, я изумруды тратить не буду, потому что мне еще пригодятся на какие-то временные задания, чтобы пропустить по времени. Так, пока что будем двигаться к котелку. Я там, кстати, поставил, клей у меня делается. Так что, блин, вот. Куда сделается следующий, продолжим. Блин, вот это очень затратно по энергии. Сейчас скажу, сколько потратил на одном месте просто. А вот еще, блин. Я ж даже не продвинулся вообще. А у меня ушло уже 300 энергии. Нормально так. Так что я не уверен, что мне 10 тысяч хватит на это все добро. Посмотрим, конечно, как пойдет. Надеюсь, нам... А, камень можно срубить. Давайте камень рубим, дерево туда оставим. Так, окей. Разведите костер и переждите бурю у палатки, прежде чем продолжить подъем. Да. Окей, а где костер? Костер вот, да. И на костер тоже клей нужно. Наконец-то я все-таки сделал этот весь клей. Ждал я час, потому что, как оказалось, на вторую стадию костра этого, да, тоже нужно 4 клея. Это просто жесть. Ладно, тогда чиним палатку сначала. Палатку починили, она дает воду. Ладно. Так, теперь нужно нам раздобить эту кастрюлю, или как она там называется. Окей, вот она. Забрали. И делаем вторую стадию костра. Итак. Есть, приготовили. Палатка есть, где заночевать. Окей, пора двигаться дальше, я так понял. Забрать. Какой-то колодец. Поднимитесь на вершину горы. Ну, идем. Идем на вершину. Так, опять камни, опять много энергии нужно. Как все сложно. Я, кстати, пока, блин, делал клей, немного энергии превращал из сладости, энергию делал. Ну, потому что, думаю, вот, мне энергии не очень-то и хватит. Хотя, возможно, и уложусь, да. Окей. Сани какие-то. Давайте сюжетку будем пропускать. Надеюсь, вы там сами прочитаете, если вам нужно будет. О, сани дают сладости, окей. Там сундук есть какой-то. Так, теперь мне нужно медведя найти. Разобраться с... А, он аж там, блин. Ну ладно, до медведя мы успеем добраться. А, думаю, вот здесь пройдем, потому что снежок мне нужен, а камни-то смысла не вижу ломать. Окей, снежок ломаем, потому что вода пригодится в любом случае. А вот камни смысла не вижу вообще. Так, там скорее всего закрыто, поэтому нам нужно двигаться вот в эту сторону.
энергии просто. Уже я потратил 4000 энергии где-то. Так что готовьтесь. Еще думаю, 1000-2 уйдет точно. Может даже больше. Плюс медведя убить, волка убить. Волка, кстати, я тут не ожидал увидеть. Давайте его по-быстрому убьем. Да. Окей. Волк нам мешать уже не будет. Давайте вот так пройдем. Так, сразу ценности открываем. По мере прохождения, так скажем. Где-то здесь медведь вроде стоит. Вроде. Да. Я так думаю, конечно. Может и не так. Так, какой-то кристалл нашел. Сейчас посмотрим, какой красивый камень. Нажимаем. Окей. Так, куда нам дальше двигаться нужно? Сюда, да? А, по энергии очень затратно. Ну ладно, придется двигаться. Дальше в эту сторону придется. Так, окей, а что нам нужно вообще найти? Вершина там. Найдите медведя, медведь там. То есть нам нужно вон тут, туда и пройти, я так понял. Энергии просто жесть как много нужно. Окей, давайте вот сюда и попробуем проскочить. Бревно мешает. Блин, серьезно. Прям все нужно рубить, чтобы дальше пройти. Мне то энергии хватит, я за себя не переживаю, но вот вам придется очень сложно. Так, ну скоро я доберусь до медведя. На медведя тоже нужно будет потратиться энергией. Так. Камни, скорее всего. Блин, я не знаю, рубить камни или нет. Давайте попробуем вот срубить два камня, может нам откроется путь побыстрее. Угу. Все-таки я зря их срубил. Нужно было двигаться вон туда. А теперь еще дерево будет. Хотя, да. Просто здесь как много всего нужно рубить, чтобы двигаться дальше. Вот еще два камня. Медведь, да? О, подъем. Ну хоть строить ничего-то не, ну, ничего не нужно. Значит, эта лестница ведет прямо к вершине. А вот. Окей. Так, ну. Сколько? 300 хп. 300. Но пока что везет. 900 точки подряд выпадает. Это очень хорошо. Это прям... Прям очень хорошо как-то. Окей, и тут уже меньше энергии нужно в конце. Это вроде как бы странно, да. Обычно под конец нужно энергии побольше, а сейчас ее уже... О, какая-то звезда. Так, ладно. А тут, походу, нужно 4 кристалла. Да, тут нужно 4 кристалла. То есть нам нужно еще 3 кристалла где-то найти. Окей, получить. Получить. Окей, 3 кристалла. Один. То есть в ту сторону двигаться нужно. Окей, сейчас будем двигаться. Только нам нужно... Клей еще нужен. Блин, серьезно.
И еще клей. Блин, друзья, кто... Постой, здесь клей. Здесь клей. Здесь клей. И здесь клей. То есть мне нужно сейчас 4. Еще 20 клея нужно. Ну, это жестко. Готовьтесь. Кто... Блин, сколько я клея уже потратил? Я уже, кстати, 20 клея потратил. Даже не 20, 24. И еще 20 нужно. Короче, 44 клея нужно на данной локации. Может, еще даже нужно будет, я пока что не знаю. Это, конечно, жестоко, друзья, да. Придется на следующие... Так, ну ладно, снежок я буду вырубывать. Вы как посчитаете нужным. Потому что мне нужна вода. У меня заканчивается вообще льда, вообще нет уже. Давайте сюда и сразу пройдем. Может, его нужно рубить, кстати. Только странно, почему вот не открылось. Я вроде камень большой. Здесь еще все вырубать, чтобы там открылось, серьезно. Ну это жесть. Да, так скажу вам. Очень много энергии нужно. Уже ушло 5. 6 тысяч энергии уже ушло. Даже 7. Осталось 4. Ну, думаю, все сделаем. Хотя я не уверен, если честно. Сейчас очень много энергии уходит. Так, прям по 100 энергии, блин, за 5 секунд даже быстрее улетает. Так, окей, здесь я камень нашел. По сути, я не уверен, есть ли здесь проход потом. Поэтому я туда пока что двигаться не буду, пойду в эту сторону. 50. Просто смотрите на количество энергии, как она уходит. Печаль, конечно. Мы будем... Мне... Блин, лед нужен, короче, и много. Так что я буду его рубить. Ну и вам тоже его придется рубить, я так думаю. Вот, отлично. Хорошо, что тут так льда много. Правда. С одной стороны, хорошо. Да, он пригодится, чтобы корм для... овец делать, но его тут слишком много, чтобы двигаться дальше. Так, отлично, нашел следующий кристалл. Не, стоп, стоп, не надо было рубить. Ну ладно, а теперь нам нужно сюда и двигаться. Я так понял. То есть там нет прохода. Да, там прохода сверху нет. Нужно двигаться сюда. Тут пройти нельзя, так что вот запомните это. Так, ну почти все. Сейчас посмотрим. Но я думаю, это уже финал испытания. Еще один камень сейчас найдем. Льда побольше надо будет раздобыть. Там можно будет было вот этих два просто вырубить и дальше пройти. Но мне льда очень много нужно. О, тут еще волк какой-то его охраняет. Сколько? Сколько? 250 хп по 50. Ну, скажем так, это многовато. Сейчас посчитаем. Так, 100 энергии уже ушло. Уже 200 ушло. Д
240 энергии ушло. Где-то так, или 260, я не уверен. Окей, тогда. Так, забрали мы все камни. Итак, у нас задание построить хрустальную звезду. Восстановить инструмент. Монумент, да. Кристаллы. Еще один кристалл, серьезно? Он там. А как туда забраться? Я тут думал, я все кристаллы уже нашел. Но оказывается, еще один есть, да. И к нему мне нужно вообще... Сейчас жесть начнется, походу. Сейчас я и эти 3000 потрачу. Так, у меня 3, то есть я 8000 энергии уже спустил. А сейчас тут начинается самая жесть. Но, блин, для меня энергии на эту локацию не вообще-то важны. Хочу вам показать, что вообще за подарки дают, стоит ли тратить столько энергии, чтобы получить вот все это. В конце видео я покажу, что и что, короче, дает каждый из этих предметов. Ладно. Я уже потратил примерно 7000, даже 8000 энергии у меня уже ушло. И энергия просто улетает. Окей, еще нужно энергии. Сейчас у меня вся энергия уйдет, отвечаю. Просто жесть. Блин, серьезно? Тут прям такие завалы. Завалило прям последний кристалл. Нужно к нему пробираться. Ну прям очень долго. Но все-таки у меня как раз энергии хватит, наверное, чтобы добраться к нему. Вам уже придется сложновато. Кстати, вот я покажу, что дают за финал испытаний. Может, вам и не придется тратить 3000 лишней энергии, чтобы к этой звезде заходить. Ох, тут еще 3 волка, серьезно. Прям 3. Да. По энергии очень напряжно. Правда, волки и медведи отдадут часть энергии. Но все-таки это много. Так, минус 1. Давай сейчас 2. Еще как повезет с этими выстрелами. Окей. 3 штуки есть. Все кристаллы я получил. Сейчас посмотрим на всю карту. Выглядит она примерно. Ну, а вот овцы шерсть дают, отлично. Так, кукуруза есть. Получаем еще энергии. Так, то есть овцы, говорю, это ламы. Блин, чтобы нам пройти вот этого торговца, нам нужно еще, блин, ну и долго времени нужно, чтобы получить 30 энергии. Я не уверен, что я его сам пройду. Ладно. Сейчас тогда подождем, пока сделаю клей. Мне нужно 20 клея. И это времени где-то час и 20 минут. Кристаллы я все собрал уже. Сейчас дождемся, пока сделается клей. И продолжим. Весь клей уже сделал. И сейчас будем приступать к финальной стадии постройки. Вот. Строим все эти
пьедесталы. Посмотрим, что у нас вообще получится. И какие подарки будут, сейчас посмотрим за короче, 1009 потраченной энергии. Горы полны сюрпризов, теперь... Ладно, пропустим. Так, справились с испытанием, ура. Все. Это финальное, я так понял. Так, ну все, линейку мы полностью уже прошли. Идем на домашний, распаковываем подарки. Ну, что так долго переходит-то? Окей. Так. Кофеварка наша уже почти выдыхается. Там мало. Прокруток 20 осталось. А, 11 вообще. Ладно, смотрим. Первый подарок — звездная коробка. Ладно, идем дальше. Потом призовой сундук. Окей. Что дальше идет? Колодец. Колодец вот здесь поставим. Что колодец дает? Одну воду каждый час, можно сказать. Там чуть больше, но не важно. Костер. Костер огонь дает или энергию? Возможно, энергию. Да, 30 штук межевеловый суп. Плюс 25 энергии 30 раз, короче. Ну, нормально, можно сказать. Хрустальная звезда. Главный приз. Так, что она дает? Шкатулки. Ну, это, походу, 30 шкатулок, как... Кто видео прошлое смотрел, там нам давали на день рождения. Блин. Тоже сейчас посмотрю, есть ли у меня в магазине. На день рождения нам давали... На день рождения Клондайка на один год нам давали такую штуку, которая тоже шкатулки дает. Вроде сейчас найду. Она где-то здесь стояла. Вот. Один год Клондайку. Я думаю, шкатулка там же точно такая самая будет. Хотя я не уверен. Ну ладно. Но звезда прикольно выглядит. Но жаль, что нет места, где ее складывать. Итак, открываем наш подарок. Уголи. Ну, такое, если честно. Слабенько. Так, сундучок. Сундучок уже получше будет, но тоже там не очень. Колодец 100 воды, это нормально. Потом 30 на 25, 250, 500, 750 энергии халявных, считайте, нам отдадут. Потратил я примерно 1009 энергии, да. А вот 725 получил, плюс вот есть... сладости, которые превращу в энергию и отобью немного энергии. И плюс нам дали немного таких сладостей. Ну ладно, думаю, на этом все. Если вам понравилось данное видео и вам хочется, чтобы я снимал и далее такие видео, в которых объясняю, как прохожу все конкретнее, то ставьте лайк, пишите ваше мнение. Для меня это будет очень важно. Спасибо всем вам за просмотр.